Здравствуйте. А? А погорельцы тут где живут? Ну, вы что, сфотографируете, да? Да, жуть, конечно. А ваш дом сгорел, нам сказали. Правда, сгорел. И вот нам будут строить дома. Если бы вам показать, конечно, проект... Ботинки. Ё-моё, Валышкин. Лекарство. Ну, еще что-то я уж отдам до кучи. Это обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Я вот так еще вот ему, пожалуйста, жену. Такие смешные. Кому скажи, никто не поверит. Почему? Конечно. Правда. Я признателен вам. Очень. Вот она тебе земля. Алитор. Дальше это, ну, я не знаю, ты испачкайся. Что, еще дальше пойдешь? И куда вот этот вот лес теперь? Только на дрова. Больше некуда. Ну, так все хорошо, правда. Ты приехал, это радость для нас. Вот откуда видится. Вот откуда наша красота. Здравствуйте, Алёнушка. А ты откуда узнал, что приехал? Алексей Павлович Валышкин. Мы приглашаем вас для получения ключа и сертификата. Я свой строить буду все равно, там, на своем. Где у меня фазенды? Я там строить буду. Вот лес мне дадут, с вашей, с Божьей помощью. Одному не справиться, обязательно вдвоем. И попадают-то вдвоем все одни девки. Пойдем поближе. Пробуем. Так, песня поет. Про любовь? Про любовь тоже, да. Так вот они, как я, любви не видеть. Чуть не летит к ним курица, никуда хочет. Вон он один. Кто? Тетерев. Многолетние цветы в кучу сажают? Или россыпью? Ань? Я тебе помогаю, Лёша. Если не мешает, я помогаю. Наушники, твою мать. Я думал, достанешься. Просто. Дела бы досталось. Что же? Ездит, ездит, остаться не может. Ну интересно как, для чего бы это? Дайте конфеточку. Вот, вот за что я тебя люблю. Вам кого нужно? Алексея. Да? А зачем он вам нужен? Голову-то хоть одень, твою мать. Простудь, у нас все девки болеют. У него все хорошо. Что вам еще нужно? Я жена. Ну, а птички-то поют еще. К зиме. Зима идет, зиме начало. Пошли домой. Пойдем. Солнце мое. И смех, и слезы, и любовь. Все сразу. Курить тут нельзя.